Всем привет! Перед укладкой плитки тщательно наносим грунтовку. После чего протягиваем чистым клеем. Так как у нас здесь теплый пол, клей стяжки применяем классом C2, то есть можно применять на теплый пол. После того, как пол высох, наносим грунтовку и протягиваем клей второй раз, но уже в противоположную сторону. Таким способом наши полы получились в одной плоскости. Такой способ нам дает сэкономить материал и улучшить качество укладки. Перед укладкой полы грунтуем. После чего делаем разметку на наш ковер. Все размеры тщательно контролируем. Это у нас кухня, здесь идет кабель для барной стойки. Укладку начнем с середины ковра, но сначала сделаем отверстие для кабеля. После чего приступаем к укладке. Плитка попалась настолько горбатой, что ее пришлось протягивать клеем. Для фиксации плитки я применяю СВП. Желающих приобрести эту систему я на всякий случай оставлю ссылку. А кто вобьет мой промокод, у того будет скидка 10%. Ссылка под описанием видео. Продолжаем укладку керамогранитом. Thank you.
Тут мы видим, что плиткорез идеально справляется со своей задачей. Немного отполируем, и рез получается как заводской. Теперь приступим к укладке подрезок. Более большие подрезки мы резали на электрическом плиткорезе DLT ProLine TR1200. Как мы видим, этот станок тоже отлично справляется со своей задачей. Кому понравились эти инструменты, я на всякий случай оставлю ссылку на их интернет-магазин. А также у DLT есть свой канал. Ссылка под описанием видео. Продолжаем облицовку пола. Монтаж декоративного уголка и укладку фриза мы производим на плиточный клей классом C2. Гребенку используем 10 мм. При укладке фриза используем СВП в 1 мм. Кому интересна система, я на всякий случай оставлю ссылку. А кто впишет мой промокод, того ждет скидка в 10%. Ссылка под описанием видео. Далее, я думаю, можно не комментировать. Снято со всеми подробностями, и так будет все понятно. Приятного всем просмотра! Thank you.
Thank you.
Всем пока, спасибо за внимание.